Адина Калеева уже более 10 лет открывает для детей мир волейбола. Ее воспитанница, кандидаты и мастера спорта становились и чемпионами области. На конкурсе приходится работать с незнакомыми детьми. Тренер признается, подготовка шла долго и упорно. И если с практикой трудностей не возникало, теоретическую базу пришлось серьезно обновить. Ты не будешь видеть минусов, если ты любишь детей. Только любовь к своим детям, к своим воспитанницам, только через любовь можно и выиграть, и всех-всех-всех высот достигнут. И самое главное, если будет взаимопонимание ребенок, родитель, тренер. Одновременно работа конкурса идет на 4 площадках. Одна из самых зрелищных в ДК ТРЗ. Номинация художественная. Лучшие педагоги России приготовили для оренбургских школьников мастер-классы, выставки и даже сказочное этнопутешествие. Еще одна номинация – социально-педагогическая. Эти люди точно знают, как сплотить коллектив и что поможет детям адаптироваться в новых условиях. Неудивительно, что эта группа конкурсантов – одна из самых молодых. Михаил Савельев из Челябинска вместе с детьми изучает народные настольные игры. В арсенале авторские кейсы и новый взгляд на предметы прошлого. Доказательство тому – открыть советский чемодан дети 21 века смогли только с помощью взрослых. Смотрите. Самое сложное – побороть себя, в первую очередь. Да, нужно владеть собой, быть очень уверенным в себе. Педагогу это обязательно, потому что дети чувствуют это очень хорошо. Тем более возрастная категория, с которой я работаю, это 12-18 лет. Ежедневно отдают сердце детям 1000 педагогов дополнительного образования. Из них только 60 вошли в список лучших по России. Какой регион станет столицей конкурса? И кто из участников заберет титул абсолютного победителя? Наш телеканал продолжает следить за развитием событий. Итоги в ближайших выпусках. Алина Волохова, Владислав Горбунов. Новости дня.